Расскажи, что было в прошлой серии. Опять вы. Да что-то вы уже подбешиваете. Да возьмите вы, посмотрите сами, сколько можно. Коровы, что с них взять? Им же не запретишь гадить возле Чингисхана. Я смотрю, у всех были тяжелые выходные. И там будем решать, сворачивать на Россию, либо ехать дальше. Что это на что? Я не знаю, что это. Какая-то очень дорогая страна. Очень дорогая. Заборы кругом. Пытаемся выехать из этого проклятого города. У них эти даже купюроприемщики с правой стороны. Езжай нахрен на обочину и едь как хочешь. Говном обдал просто. Миграция козлов. Смотри, смотри, елки! Тут-то мне казалось, что он еще больше должен быть. Ветер просто и все заливает. Ну вот такая она, Монголия. 2 часа ночи, это сколько по местному? Ну, плюс 6-8 утра. Наверное, где-то около 8 утра сейчас. Всем привет, это Магистраль Жизни, меня зовут Сергей. Здесь у нас Светлана еще. В смысле еще? Здесь у нас Светлана. Там у нас Милана. Ну что ж, ночью нас мыши не съели, но бегали. Мы их слышали. Они что-то там пытались грызть, но мы не поняли, что. Траву. Траву. Света сказала, что это траву грызут. Палаточка наша собрана. Кстати, вот там вот все-таки то ли живут. Не уезжали они, по-моему, да, на машине? Да, уезжала вечером. А, уезжала? В общем, туда приезжали люди. Это, я не знаю, это какой-то местный загон или что, дача может. Мы думали, может, это загон для животных. В общем, ближе к вечеру сюда приехали семья на машине. Женщина и, наверное, штук 5 детей там было в машине. И потом на моцике, я так понимаю, подрулил этот самый папаша. Что-то они там копошились, и поздно вечером ушуршали отсюда. Ну, а мы сейчас едем в ближайший город, возле которого мы остановились, решать финансовый вопрос. Будем искать банк и попробуем поменять доллары. Заехали мы в город и какую-то тут штуковину интересную обнаружили. Статуи стоят. Сейчас пойдем смотреть, что это такое. Все, что из этого я понимаю, возможно, это великие войны и их предводители. И тут под каждым есть табличка, наверное, как зовут? Холодные. Холодные? Ты думала, пластмассовые? Нет. Слушай, они красивые. Ну да. Боже, смотри, какие кони. Что? Красиво, посмотри. Красиво, нравится? Ну, вот это Чингисхан. Это его, наверное, годы жизни. Да. Я поближе подойду. В лицо покажу. А остальные, это что там после него, да, года идут уже? Ага. И потом следующий вот этот. Ну вот, вроде бы и истории не знали. И тут вроде как и написано не на русском, а однако все понятно становится. И сразу узнаешь больше. Вот такая интересная штука. Только ну, здесь ни плиточки, ничего, просто степь. И там коровы среди монументов ходят.
коровы, что с них взять? Им же не запретишь гадить возле Чингисхана. Каким бы он тут хорошим ни был. Да, они не понимают. А там какой-то буддийский храм, наверное. Заехали мы в город, нашли вот отделение банка. Первое, правда, было написано на карте, что банк, но мы заехали, там супермаркет и просто терминал стоит, и все. А сюда подошли, там банкоматы, терминал какой-то, ну и плюс еще отделение, которое в данный момент закрыто жалюзями. Прикол в том, что написано «работает с 9», и у нас вроде как по нашим подсчетам 9 часов должно быть. Но, как оказалось, здесь еще на час меньше, здесь 8 часов. Хотя вроде как мы из России снизу вверх поднялись, должен быть одинаковый часовой пояс, но нет, здесь на час меньше. Меньше, чем в России. Мы стояли, тупили, и заходит женщина. И мы у нее пытались выяснить, сколько сейчас времени. Люди здесь, конечно, милые, добродушные, но тугие капец. Если они не знают элементарных жестов, Света ей показывает, сколько время, покажи. Ну неужели в Монголии никогда не носили наручные часы? Время показывает. Она не понимает. Достает курлы, Света. Курлы. Но... Я достаю мобильный телефон. Свое время показывает. Показываю. Вот здесь вот время. Смотрит. Курлы, курлы, курлы. Мать, как же ж тебе еще объяснить, что я хочу? То есть Света показывает в своем телефоне и на ее телефон. Она в руках телефон держит, просто экран выключен. На своем и ей показывает. Говорит, покажи свое время. Та стоит, типа, не вдупляет. Что ты от нее хочешь? Ну, это просто, ну, вот это очень странно. Я в Турции с туркой сидела, когда жарила блины. Мы общались на пальцах, и я поняла, что она едет с мужем. И попросила меня взять один блинчик. Ей очень понравилось, тесте, очень вкусно. И она попросила, можно я возьму один, занесу моему мужу, дать попробовать. И это все понятно было без знания языка. Это было просто на пальцах. Она не сказала ни слова, потому что она понимала, что она, я ее не пойму, и она меня не понимает. И мы вот, я просто жестами, а здесь элементарно жест, часы, сколько времени. Здесь вот сколько мы с людьми не сталкивались, они не понимают вообще ничего. Абсолютно. И, ну, благо иногда, знаете как, вот дорогу спрашиваешь, ты просто город называешь, показывает. Да, это, ну, такое они понимают. За 4 дня нам встретился только один, ну, более-менее русскоговорящий мужчина. Это вот в субботу на рынке, который, ну... Примерно понимал. Как и... он там город? Байлансан. Я уже забыл. Который хотя бы вот какими-то словами пытался объяснить нам что-то. Остальные просто никто, даже жесты. Очень сложно общаться с местным населением. Я не знаю, что сейчас будет в банке. Ну да, в банке посмотрим, что будет. А, и итог. Она просто случайно экран включила, и мы такие, оба, туда сразу морды. 8.20. Все, спасибо, до свидания. То есть она так и не поняла, что мы от нее хотели. И так мы поняли, что здесь на час меньше. Вот сидим, ждем, когда банк откроется. Я смотрю, у всех были тяжелые выходные. Под банком уже очередь собралась. Они почему-то заранее приходят за полчаса до открытия банка. Покажи веерок. Тугрики. 150 баксов. 150 баксов, пачка денег просто. А по сколько они тут? Это по 10. А это сколько? Это 10. Нули, что-то S какая-то. А, внизу, блин, а я что сверху смотрю, дурачок? Вот, смотрите, это монгольские тугрики. Это 100. Угу. 500. Это сколько там? 10 тысяч? Да. 10 тысяч. Ну и тысячная. И добыть их очень сложно. Мы же в том банке не дождались. Там просто дичь какая-то. Ты сидишь вроде как, ну, пару человек перед тобой было. И ждешь своей очереди. Как во-первых, в магазине. Да, во-первых, это все медленно очень. Один человек, там, я не знаю, минут 15-20. И то мы не дождались. И те, которые заходят, я не знаю, они, может, на своем спрашивают у себя, мы за тобой, но за нами, получается, никто не занимает. Они все вперед куда-то становятся, и как-то по живой очереди, и перед нами уже человек 10 стоит.
И мы такие ждали. Потом собрались и на отметке нашли покрупнее чуть-чуть банк. Ну, более в центре, что ли, если это можно так назвать. И поехали сюда. Сюда приезжаем. Ну, хотя бы электронная очередь. Мы уже нажали эту электронную очередь 26-е, и тоже давай стоять. И такой же аттракцион. То есть там два раза, наверное, очередь загорелась, и все без очереди. Что-то подходят, что-то лопочут. Как на рынке, вот прям шум такой стоит в банке. Я не снимал там, ну, блин, не дай бог, не поменяли бы нам. А могли не поменять, сейчас Света расскажет. Короче, четвертое окошко для беременных, инвалидов. Беременных, инвалидов и еще каких-то там. Оно было свободно, и Света ломанулась туда без очереди. Да, я сунула туда вот 50 баксов, показываю, что поменяете. Она что-то заулыбалась, взяла, в руках подержала. Ну, так как дурочка, знаешь. Такая. Что это? Так пощупала и отдает назад. И такая, и, ну, отдает, я говорю, нет, надо поменять. Она что-то это не понимает. Я говорю, тугрики, надо тугрики. Улыбается. Я достаю еще сотню. Я говорю, и это на тугрики. Она такая посмотрела, поулыбалась, отдала назад, но ничего не сказала, пока не сказала. Звонила нет. Кому-то там, вызвонила. Да, начала звонить. Пошла в один кабинет, сходила. Mm-hmm. Сходила в другой кабинет. Ну, видимо, куда-то к руководству, к начальнику. Пришла, села, нет, не говорит, начинает что-то печатать. Потом смотрю, подзывает охранника. Короче, как я поняла, чтобы поменять доллары в Монголии, вам нужен монгольский паспорт. Точно так же, как купить сим-карту. Как купить сим-карту. Без монгольского паспорта она позвала охранника, и по его документам он заполнял вот эту бумажку, по которой она ему поменяла. То есть она, получается, на охранника поменяла. На охранника поменяла 150 долларов. Ставил свою подпись и писал реквизиты своих этих. Но у них, как я увидела... В банке там, у них не паспорта, у них ID-карты на вот эти вот пластиковые фотографии и какая-то информация. Ну вот и он вносил в этот бланк реквизиты своей ID-карты. Блин, ну это, конечно, цирк. Вот этого я вообще не знал, ну, что здесь хорошо, так сложно поменять баксы. Не знаю, может, в столице как-то по-другому. Но, опять-таки, я не знаю, мы доедем до Улан-Батора. И там будем решать, сворачивать на Россию, либо ехать дальше. Потому что Улан-Батор, там только где-то треть пути или чуть меньше, который мы хотим проделать. Но реально сложности. Что-то поменять, виза почему-то не работает. Мы еще по приколу возьмем в одном магазине, попробуем рассчитаться визой. Угу. Может, она сработает, может, там что-то не работало, я не знаю. Ну, короче, ладно, едем, заправляемся. Вот здесь сразу заправочка есть, да? Угу. Погнали. Наконец-то у нас бабло появилось. Ну, реально целая пачка. Сколько здесь? 300? Мы считали 300. 500 тысяч, я же 150 поменял. А, 150? А, 500 тысяч тугриков. Живем. Чувак едет за водой. Попробуем поклянчить сколько-нибудь воды. Может, она... Баклажку набрать. Короче, принцип мы поняли. Он дядька подошел, карточку свою прикладывает и в канистры набирает. Оп, и все, и водичка полилась. А сколько это стоит? Я не знаю. Я 5-литровик попросил у него набрать. Он такой, типа, да, давай, наберу. Набирает мне. Ну, я потом вернулся, дал ему 1000 местных. Это очень мало. Ну, это рубль местных. На наши нули отнимай. Да. И получается, он мне налил за эти деньги воды. Ну, он, наверное, и так бы налил. Я просто чисто из вежливости дал ему сколько-то там. Но он же прикладывает не каким-то ключом, а банковской картой. Я понятия не имею, чем там прикладывает. Видел? Не видел. Может, и банковская, может, какой-то, я не знаю. Но похоже было на банковскую.
кирпич. Под кирпич ехать нельзя. Но всегда смотри на местных и действуй как местный. Можно объехать по парковке рядом. Лыжевая повозка. Не, это этот. Рикша? Да. Рикша. Садись. Я не знаю, что это. Суп какой-то, мне кажется. Наверное, да, надо. Каких-то непонятных китайских, да? Нет. Товаров надо. Соус. Это что-то очень вкусное. Соус написано, да. Яблоки сушеные. Сушеные? Ну, не совсем сушеные. Вот это тоже какая-то фигня. Ну, похоже, то ли финик, то ли яблоко. Вот так оно как-то называется. Стоит вот 6500 местных. Очень много мороженого из России. Чебоксарский пломбир, двойной шоколад, золото Сибири. Это что, это молочный коктейль, да? Йогурт замороженный. Не йогурт. Вот здесь прям написано, что йогурт в заморозке. Вот, смотри, а йогурт, это, йогурт. А это милкшейк, это коктейль. Молочный коктейль. Это мы в этот местный супермаркет зашли. Какие забавные резиновые сапоги, слушайте. Не сапоги, чехлы. Они, это, они, а, это чехлы? Да, они. Прикол. Как, ну, на ощупь силиконовые, что ли. А, вот даже какие-то. О, вот это точно силиконовые. Вообще очень тяжело что-то выбрать здесь. Ничего не понятно. Просто на ощупь ищем. О, здесь есть необычная фанта ананас. Когда-то у нас была, но пропала. А вот это у нас появлялось тоже. Сейчас не знаю, есть или нет. Мы решили сувенир из Монголии привезти. Вот такое ситечко нам нужно. 2,60 вроде как стоит. А еще здесь скотч желтый. А еще, смотрите, какие бобины здоровые, у нас таких я не видел ни разу. Вот сюда мы заезжали, супер-пупермаркет. Ну что, делись впечатлениями, как тебе? Очень дорого. Угу. Какая-то очень дорогая страна. Очень дорогая. Овощи, фрукты, все очень дорого. Я не знаю, ну, наверное, раза в два, может. Где-то и в три. А где-то и в три. Дешевая только мороженка. И то относительно дешевое. Мы вообще по факту ничего не купили, отдали почти 10 баксов. 9, наверное, да, где-то. Кусок колбасы, и то колбаса ли это, мы не поняли. Хлеб, что мы еще брали? Какой-то там йогурт, типа кефира я взял попробовать, что это такое. Мороженку, банку пива и бутылку воды. И ситечка это за 2600. У нас 30 тысяч местных получилось. Я не знаю, может, мы не в тот магазин зашли, может, это для богатых магазин был. Может, в других как-то дешевле цены. Но складывается впечатление, что здесь все дорого. Потому что сколько мы ехали, ни садов, ни полей. Ну, здесь, наверное, не растет. Я не знаю, по каким причинам здесь этого нет, ничего. Возможно, климат не позволяет. Здесь только много коров, лошадей, овец. То есть, в принципе, мясо должно быть, по идее, недорогое, да? Ну, из мяса в магазине были только куры. А, да, кстати, только куры замороженные, не было ни свинины, голень. Ни говядины. И была нарезка сала там, да? Или как это назвать? Что-то такое, да. И все, а так колбаска. Это такая дорога. Мы пытаемся найти выход из этого города. Мы на одну улицу едем, которая прямо показывает на выезд. Там перекрыто, ремонт. Пытаемся объехать с другой, там тоже перекрыто и ремонт. И какими-то закоулками просто вот заборы кругом. Пытаемся выехать из этого проклятого города. Ну не надо уже проклятого, деньги там поменяли. Да, это я уже преувеличиваю, просто что из него сложно выбраться. Поэтому я так... Все, я не могу больше, Сережа, снимать это, посмотри, что дробится.
Выбрались мы из города. Теперь движемся в сторону Улан-Батор. Но перед этим городом, столицей, между прочим, Монголии, есть огромнейшая статуя Чингисхана на коне. Вот мы сейчас к ней едем. Мы тут за город выехали, приостановились немножко перекусить. И я хочу вот эту штуку попробовать. Тараг. 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 Не знаю, похоже на творог. Как будто творог. Мне кажется, тараг. Не, я имею в виду слово. Чуть-чуть поменять и творог. А так, мне кажется, он такой густой. Вроде как кефир. Он еще и открыт? Не, он запечатан. Запечатанный. Опа, что там внутри? Ты не угадала, я не угадала. Почему? Потому что оно сладкое. Йогурт, что ли? Точно. Густое. Блин, как будто самодельный кефир, но при этом он сладкий. Так, я даже зернышки чувствую, кефирные вот эти. Ну, попробуешь? Okay. Как сладкий кефир, я бы так сказал. И стандартно сейчас вот нарежем колбасы, хлебушком, помидорчик и немного перекусим. У них эти даже купюроприемщики с правой стороны. Странно же тут движение у них. Не левостороннее. Это, наверное, опять платная дорога у нас тут. Угу. Они просто чеки для этих, для карт дают. QR-код считываешь, оплатил и все. Оп. Не, у нас наличные. Все. 1000, да? Да. Теперь-то мы можем заплатить. Там дорога закончилась. Все, дальше. В объезд. Это он развернулся и обратно ездит? Наверное, да. Ну, вот такая она, Монголия. Вот такие тут платные дороги. Вроде заплатил только что, проехал. Я не знаю, мы даже от города толком не отъехали. 250, по-моему. Километров 15-10 мы от города отъехали. Все. Дальше полями, потом опять на трассу. Ну, как вчера. Ну, что там по заправкам? Ну, это уже второй раз. Она, короче, взяла и не записала. Я тут такой текст. Это толкал, понимаете, рассказывал. Она взяла. Ой, я не записала. Сначала рассказываю. Мы же все-таки заправились. Заправились 92-м. Как только поближе разжились, через дорогу была заправка. Какая-то обычная, без названия, не помню, там что-то. 92-й стоит 2520. Попадается еще какой-то дорогой 92-й. Евро называется. Он 2800 с чем-то, не помню точно. А 95-й 3000, то ли 500, то ли 700. И дизель примерно так же. Ну, то есть дороже в разы, поэтому я ради экономии 92-й залил. И залил не евро, а просто 92-й. Ну и как бы пока машинка едет, все нормально, мы полный бак плеснули. К заправке, когда подъехали, вышел заправщик, в руках терминал, ну и подходит к нам. Сережа говорит, 92-й, он пистолет, давай вставлять, выбегает с летом из будки девушка. Видимо, опытная. Курлы, карта. И он так на меня смотрит, что-то спрашивает, а я что, понимаю, что ты хочешь? Я кошелек открыла, котлетку показываю, у нас там целая котлетка тугриков. Я говорю, у нас кэш. Она такая, все нормально. И пошла. Видимо, уже заправлялись по визе по нашей, пытались. Опять дорога закончилась.
причем закончилось в прямом смысле этого слова. Дальше они просто не проложили. Просто съезжай нахрен на обочину и едь как хочешь. Самое смешное, этот ремонт дороги, они просто насыпь посередине, не то что у нас там одну полосу, реверсивное движение там какое-то, да. Нахрен нужно, съезжай на обочину. Может, это старая дорога, а там типа новую делают? Подожди, нет, мы вернулись. А, выехали на эту? Наверное. Вот, все, асфальт пошел. Капец, ребята. А зато красота какая, смотри. Неописуемая. Лепота. Верблюды где? Мы 4 дня в Монголии. Света с самой границы пытается найти верблюдов здесь. Я ей сказал, что они тут водятся. Дождик зарядил, наверное, 50 км уже едем. А тут еще и дорога закончилась, в грязи объезд. Вот только машинку помыли, и все, на тебе. Ну как помыли, дождь помыл. А теперь по бездорожью чешем. Никто он после этого говном обдал просто. Очередную 1000 мы потратили на эти платные дороги. Осталось у меня чуть-чуть. Они перед нами решили почему-то перейти дорогу. Миграция козлов. Побежали быстрее. Ну не гони, ну стой. Поднимается или что? Что-то происходит здесь, да?
Что-то очень непонятное тут происходит. То ли земля вспучивается в этом месте, то ли что. Ну, видно, что типа что-то выше-выше. Ну, метры, я так думаю, над уровнем моря. И каждый год все выше и выше. А что, непонятно. Да, я сначала думала, что это показалось. Число аварий за год. Число аварий? Да. Да не, блин. Столько много. Выедем в Россию и будет интернет погуглен. Ну да. Смотри, смотри, елки! Елки в Монголии! Вот они откуда дома и заборы строят из дерева. Ты псих. Реально, смотри, я впервые вижу здесь елку. Мы третий или какой же? Четвертый. Четвертый. Я уже сбился, сколько мы тут шаримся. Все поля, 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 степь, да степь. А тут елки. А, и вот ближе, ну, приближаемся к Улан-Батор. И постепенно придорожный сервис начал появляться. Заправочки уже какие-то, кафе, рестораны, там, магазины. Ну, на своем там написано, правда, все. Юрты, я так понял, можно типа ночевать в них. Домики такие небольшие тоже для ночевки. Вон, наверное, впереди там как раз такие юрты. Приближаемся к статуе Чингисхана на горизонте. Чуть-чуть мы до статуи не доехали и остановились в кафе. Последние, не знаю, километров 100, наверное, дождь просто без остановки. Сейчас он сильнее становится, то тише. И мы решили гулять, так гулять. Я абсолютно не знаю, что мы заказали. Мы заказали вот это, вот это. Вот это мы поняли, это чебурек, 3 штуки, ну и чай понятен. Как думаешь, нам вкусно начнет приносить? Я думаю, да. Но чебуреки они прям вот готовят там. Вон они шкварчат там. Я не помню точно, по-моему, он с молоком идет и соленый. Чай? Но просто я не знаю, подают они такое или нет. Я бы такое выпила. Да. Ну, посмотрим. Либо они все-таки тут при дороге традиционный подадут, либо нет. Да, тут туристическое место просто. Там он еще далеко, статуя девушки какой-то. Не хочет нафокусироваться, на каплях. Ну туда проход, я не знаю, открыт, закрыт, там калитка, ворота, непонятно. Ну вот, одно из блюд. Что там у нас, яйцо, мясо какое-то, да? Лук, морковка. Морковка. Это кто у нас? Барашек. Наверное, или коровка. Или барашек. Да, как в Сайгоне, да, подают? Такой, шипящая на сковородке. Это уже жир что-то. Мясо? Что за мясо? Не знаю. Непонятно? Да. А вот второе блюдо. Это макароны. Лапша. Угу. И тоже мясо. Ну и тоже лук, морковка. Все это обжаренное. О, ой, чай. С молоком. Молоко. Как ты любишь? Она дома пьет чай с молоком. Ты монголка? Монголка. Ну что? Вкусно. Вкусно? Сладкий? Нет, соленый. Соленый? Серьезно? Да. Что с этим блюдом? Вкусно? Похоже, что это барашек. Милане вкусно? Да. А там лук есть, ты в курсе? Ахуш. Еще вот поднесли рис, это, наверное, к этому блюду. Положу тебе шарик риса. Да. Ладно, я сейчас чай попробую. Реально соленый. Он такой водянистый. Ненасыщенный вкус. А я сейчас лапшу попробую. Очень вкусно.
соленоватая такая. Мясо жесткое. Не знаю, что за оно. Может, и барашек. Не могу определить. Интересно, что за мясо? Человеческая еда за последние три дня. А, кстати, да, Света говорит, что там нормальная еда. За последние сколько? Угу, за месяц, может. Но это была походная кухня, а не домашняя. Ну, это баранина все-таки. Не важно, я бы и коня съел. А вы, кстати, кто-нибудь пробовал когда-нибудь коня? Я пробовал. Мне он нравится. Очень вкусный конь. С этим блюдом я разобрался. Мне оно очень понравилось. А тебе? Интересные макароны хрустящие. Думаю, если сделать ну, вот такой же тесто, да, да, да. Не они такие варить, а обжарить приятно маслом. Приятно соленые. Угу. И обжарить маслом. Угу. Получится то же самое. Тебе мило. Мне понравилось. Тоже вкусно. Ну, а я сейчас буду пробовать этого, как его, на блюде. Это, наверное, все-таки корова. Она с копытами. И рога у нее есть. А хвост у кого такой? У всех. Нет. Мне кажется, это корова. Как вы думаете, корова это блюдо или нет? Мне кажется, его по хвосту я вижу, что это корова. Ладно, пробуем мясо. Это более поджаристое. Но я тоже не могу понять, кто это. Ну, вкусно сладкое. Наверное, это корова везде, да? Говядина. Барашка, по-моему, сразу чувствуешь. Угу. И конь, ну, он тоже такой характерный. Скорее всего, говядина. Тоже вкусное. Оно, кстати, ты знаешь, очень похоже во вкусом. Что то, что это. Единственные ингредиенты отличаются. Там лапша, а здесь яйцо. А, ну и рис. Вот он идет. Рис, скорее всего, пресный. Хотя нет. Не, пресный. Я отдельно его попробовал. Он на эту, на кашку похож. Не помню, где в школе или в детском саду, когда давали. Здесь только изюма не хватает. Покушала? Человек пробовал, да? Ну как? Что-то непонятное пока. Ну, называется это чай, там молоко, и оно... Соленое? Ну, не сказать, что сильно соленое. Я но... чай, кстати, не чувствую вкуса. Мне кажется, как разбавленное молоко. Подсоленное и теплое. Да, да, да. Типа водой разбавили. Ну, как бы вот такие у меня ощущения. Может быть, просто мы привыкли крепкий чай пить. Вот здесь вот. Нет, есть что-то, ну, далеко. Но на вкус как будто разбавленное молоко, теплое и соленоватое. Далее у нас на очереди десерт. И он тоже с мясом, прям как я люблю. Ты уже съела свой десерт, да? Вкусно? Сейчас мы попробуем. Ой, как его тут взять только. Мягкий такой, свеженький. Сочный. Жирный. Здесь я чувствую мясо. Прям вот не вот это то, что на вокзале продают. Неизвестно что. А вот прям мясо. Его, кстати, вот здесь готовили. Только что. То есть он не лежит тут неделю. Вкусненький. Прошло 5 минут. Просто уничтожили все. Мы настолько голодные были, что... 5 минут. Все очень вкусно, мне понравилось. Ну, чай только вот
Что-то вот насыщенности вкуса не хватает. Ну, хотя, может, он таким и должен быть, я же не знаю. Я же впервые пробую монгольский чай. Ой, опять в дождь, опять в холод. Да, забрал. Так хорошо сидели. 5 минут. Ладно, пойдем на эту статую посмотрим. Не знаю, надо как-то зачехляться. Че, мы зря сюда приехали, что ли? Очень хорошо поели. Да? 10 вот этих тысяч, это сколько получается в долларах? Это меньше 3, 2,5, что ли, да, выходит так? Ну смотри, округли в обратную сторону. 12 раздели на 3, 4, ну где-то 3. Где-то 3, да? Ну да, если мне по 3. Мне кажется, даже меньше, мне кажется, 2,5 где-то. По 3, 400, посчитай. Ну, за порцию. Ну, в целом нормально вроде бы. Да, конечно, нормально. Если перевести на наши деньги, мы в Сайгоне... Угу. Мы просто каким образом выбираем заведение? Чем оно хуже выглядит, тем обычно дешевле получается. Или вон реклама висит у них. Она уже выцвела, я не знаю, в каком, может, в 2000 году. Здание тоже не очень презентабельное. Но готовят обычно там вкусно. И вот так вот и получается. Вроде как и блюдо недорогое, и вкусно покушал. И попробовали местную кухню. Мне понравилась она. Платно, бесплатно. Не знаю, что плохо. О, там на башке люди, смотри. Смотровая площадка. Ага. Что-то мне казалось, что он еще больше должен быть. Ну, он как бы и так большой. Он людей, видите, там на голове. То есть, теоретически, на него можно взобраться. Что ты такое делаешь? Икаю. Зачем ты так делаешь? Я не специально. Все, замуровались. Чешем к Чингисхану. Ну что, делаем ставки. Сколько стоит вход наверх? 1000. 1000? 1000 человек. Но это была бы сказочная цена. Ступени такие высокие. Споткнуться можно. А ну отсюда, конечно, здоровенный. Да? Вот он вход. Заходи что-то сюда. Вот, что-то мы решили, что 43 500 это дорого-богато. Можем Милу одну отправить. Нет. Но она что-то не хочет. 43 500 поднялась бы, плюнула там сверху. Смотри, что делает. Ну, что? Наверху? Ну да, ветер просто. И все заливает. У вас уже там заляпало всех. Все, выключаюсь. Вообще у нас математика очень проста. За 40 тысяч поесть или взобраться на башку мы лучше поедим. А так, ну, красивая, большая, только это кобыла. Такого не может быть просто. Не могут ездить чингисханы на кобыле. Все достойные полководцы ездят на конях. Весь мокрый. Просто весь мокрый. Я уже просыхать начал. Печку включу. Сидим, греемся. Ладно, у нас до Улан-Батора 53 километра, по-моему, я говорил. Ну, где-то тут совсем рядышком. Сейчас доедем, будем решать дилемму. По дороге в палатках продавцы сидят. Палатки, главное, такие яркие все. Яркие какие-то, там оранжевые. Оранжевого, да, как красного цвета. И даже вот не погода, а льет, и все равно часть из них сидят продавцы. Черемшу продают. 3 июля. И тут все еще где-то... А где они собирают черемшу? Воля. О, слушай, 3 июля, День независимости. День независимости черемшу. А еще мы сегодня впервые туристов увидели. На вот этой статуе Чингисхана россияне подрулили туда на парковку. До этого вообще ни одного просто. Никого, мы одни там херачили. We'll be right back.
Это мы приближаемся в Улан-Батор. Что ты там показала? Улан-Батор. 3 секунды. Все равно еще ничего не видно. И оказывается, у них и дороги есть хорошие, и дома какие-то красивые. Ну, столица же все-таки, правильно? Сразу надо красоту навести. Ну вот вам и столица, и столичные пробки. Пытаемся насквозь проехать Улан-Батор. И думали тут водой разжиться, что-то я по поиску ничего не нашел абсолютно. Один пункт какой-то там раздачи воды был, но скорее всего он такой же, как вот мы в поселках встречали. Вообще вот по поводу воды здесь еще хуже, чем в России. В России мы как-то, ну, хотя бы в больших городах ее получалось найти. Здесь, ну, как бы все платное, все настолько... Но здесь можно понять, здесь не так много этой воды. А та, что есть, та загажена местными, что там... Там либо животные трупы лежат, либо животные пьют оттуда. Ну, такое. Хороших водоемов мы не встретили. Везде все такое очень некрасивое. И получается, один только выход – это покупать воду. Я езжу и только обратил внимание, что у них все светофоры расположены не так, как у нас вертикально, а горизонтально. И дополнительная стрелка получается красный, желтый, зеленый внизу под зеленым. Ну вот сейчас тоже опять горизонтально расположены. Но при этом они не сбоку стоят, а сверху. Ну, то есть, ну, логично. Спасибо этому торговому центру. Очень классный туалет. С унитазом. Очень классная вода. Мы в туалете набрали воды во все бутылки. Так что можем двигать дальше. Теперь нам ничего не нужно. Здесь какой-то выезд странный. Вот мы заезжали. Он пишет сумму номер какую-то. Номер 3000. Спасибо. Закройте. О, по нулям. Спасибо. Ну, пожалуйста. Возможно, в течение какого-то периода, допустим, час бесплатно. А мы типа быстро справились. И все. Ну, мы сейчас вообще все по-быстрому. Воспользовались максимально и ничего за это не заплатили. Истинные белорусы. Солнце уже почти село. Ну или сколько ему там осталось? Час или два? Блин, вы много времени потратили, пробираясь через этот город, наверное, часа полтора или больше даже. Не знаю точно. Смысл в том, что нам надо выбраться и найти ночлег.
Дождик вроде как, ну, в городе, по крайней мере, перестал, но впереди там облака. Ладно, будем пилить, да куда сможем, и там ночевать. Ну, караван верблюдов, точно. Через двойную сплошную, блядь, я в фонарею. Простите за мой французский, но тут вообще... Ну, движение, конечно, тут плотничком вообще. При том, что вторник и половина девятого. Да, и уже как бы пора бы всем по домам разъехаться. Но очень плотно. А, еще, знаете, прикол, светофоры не мигают. Красный, желтый, сразу зеленый. Потом зеленый горит, херай, желтый, красный. Все, стоять. Прикиньте, у автобусов там выделенка своя за забором, не так, как у нас просто полоса с краю, а за забором, чтобы никто туда не залез. И все равно залазят. Там перед ним машина пронеслась, задним. Может, там такси еще можно проезжать. Не знаю даже, ну, это интересно. В центре перекрестка тумба регулировщика. Советского Союза таких штук не видел. Даже вообще желтого. Без желтого. Просто раз и все, и берите. По пригороду уже чешем, почти выехали из города. Там только пешики бегают по дорогам. Что хочу сказать, столица Монголии прикольная. Ну, я не знаю, мы даже не походили по ней толком. В торговый центр зашли и проехали насквозь. Но то, что я увидел из машины, мне понравилось. Город достаточно современный, достаточно красивый, отштукатуренный, чистенький, все аккуратно. Ну, по крайней мере, там, где мы проезжали, блин, мне понравилось. Очень даже ничего, такой городишко. По сравнению с другой Монголией. Те города, в которые мы заезжали, там пригороды, там жесть вообще просто была. По сравнению со столицей, это день и ночь. Чем ты огорчена? Город не посмотрели. Хотела посмотреть? Да. Ну, вы как бы не очень далеко уехали, слышите. Не хочешь возвращаться? Я туда не поеду. В этот дурдом. Опять в этой пробке стоят. Три полосы. Ну, блин, три. Слушайте, очень три жестко. Три полосы. Пристроиться сзади, начиная дальними фарами моргать. Нахрена объедь? Ну, водители, я не знаю, какие-то утырочные. Я понимаю, когда там едешь, и они, знаете, как по трассе делают. Потому что здесь, ну, дыры и дороги такие, что водители часто едут из полосы в полосу, виляют. И когда кто-то идет на обгон из местных, они так дальничком морг-морг, типа я иду на обгон и попер, чтобы ты не дергался туда-сюда. Но в городе зачем они это делают, я не понимаю. В городе дороги хорошие, там дыр вообще нигде нету. И он едет за мной. Две соседние полосы свободны. То есть я по центру еду, справа слева, он не мигает, типа ускорься, потом перестраивается, мигает, типа я обгоняю. И вот это вот мигание постоянное, дурдом какой-то. Ну вот на протяжении вот этой пробки, то, что мы ехали, они мигают, я так
понимаю, что они тебя подгоняют. Типа, давай, едь. Нахера ты мне мигаешь? Я и так еду. Как могу, так и еду. В общем, это очень раздражает. Из города мы выбрались, но стало очень темно. Мы остановились, не знаю где, вот перед забором. Перед нами забор. Какая-то тут реклама висит, я не знаю, что это. Малынзах. Амед. Малынзах. Худалда. Хаша. Вот так вот. Чего-то рекламирует. Вот, дальше ехать опасно, потому что я знаю, какие тут дороги. Можно лететь и без колеса остаться. Или куда нахрен вылететь. Потому что разметок здесь нет на трассе. Столбики там изредка попадаются какие-то. Но они крашены обычной краской, не световозвращающей. Да? А, ну, я даже не знаю, видел бело-красное и все. Постоянно эти ямы, на которые можно нарваться. Ну, короче, себе дороже ехать. Поэтому куда приехали, туда приехали. Ну, в общем, ночуем сегодня в машине, к сожалению. Да и погода на улице, я бы не сказала, что. Ну, прохладно вообще. Жарко. Может, даже и ночью холодно будет. А может и нет, кто его знает. Если у кого-то есть желание поддержать нас рублем, реквизиты будут в описании. Если нравится сериал такого рода, подписывайтесь, чтобы не пропускать серии. Вопросы, пожелания в комментариях оставляйте. Ну и я думаю, до завтра, да? Да. Что, будем спать. Всем удачи, пока.